сегодня я буду готовить омлет с моей помощницей Лидой Амонфилд. Мама заделала для нас заготовку, а меня остается самая интересненькая. Включаем. Снимаем вот сюда. Я думаю, что вы еще не переключились, что впереди вас ждет интересненько. Как вкусно пахнет. Ставьте палец вверх и подписывайтесь и ждите новых обзоров. И готовим мне обед на пути обзоров. Мы затестили ее, получилось круто.